Документальный фильм о городе Колораж получил награду в Японии. Документальный фильм «Колораж Унтинут на Пуарта Райулуй». Режиссера Думитру Гроссини. Красавец. Да, я он это сделал. В рамках фестиваля. Слушай, издевайтесь. В рамках фестиваля Нейходо Интернешнл Ят Уильям Фестивал. Да. Это независимый фестиваль, спонсируемый японской корпорацией Мейхуду. И направленный... На каком языке картин он говорит? Это уже японский был. А, это японский. Мейхуду! И направленный на поддержку визуальных художников по всему миру. И в конце еще что-то такое. Аригато! Итак, тут как будто... А Колораж — это исходная, да, информация? Да, да. Есть, да, студии как... весело, как будто Колораж принял участие в этом. Только коньяк. Колораж какой? Иксо или... А, я там родилась. Иксо? В коньяке. В коньяке? Не буду. И как? В ванне я еще слышал рожают, но в коньяк никогда не слышал. Что хочется сделать? Скажи слово, пожалуйста, одно. Только одно слово. Не получится, скорее всего. Какой вывод хочется сделать? Иксо хорошо, но всем получше. Употребляйте коньячок в меру, да. Ну, а еще хочется возгордиться нашими документалистами и, соответственно, колоражом. Аригато. Так, ну, хочется порадоваться кинематографистов, да? Я это уже говорил. Да, смотрел этот фильм? Я не смотрел, но не знаю, что удивило, что в колораже. Документальный фильм, то есть фильм сняли о городе, в котором проживает достаточно маленький город, даже по молдавским меркам. Ну, всего 10 807 человек, а вот ты была... 808. 808, и Иксо с тобой что-то сделал. Да, переехал, да. Переехал, да. Ну, это здорово, что даже в таком маленьком городе, да, порадуемся. Документальный фильм, да. Это удивительно классный город, может быть, многие там были, там очень много зелени, в хорошем смысле этого слова, не то, о чем подумала, ну, так, Кристина, из-за чего она так смеется. А вы как думаете, почему вот этот весь эффект? То есть за петрушкой туда, если что. Кинзой, петрушкой. Ну да, колораж этим и славится, а кинзой. Знаменитый колораж, чем петрушка? Кинзой, да. Не то, что тебе послышалось. Помогли, а то у меня какой-то там когнитивный диссонанс был. Хит FM. Любимая музыка без перерыва на рекламу. Уже через 10 минут начинаем программу «90 минут без рекламы». Слушайте на работе. Хит за хитом.